Вот в таких палатках ребята будут жить. Отдельные секции для ночлега. Тамбур со столиками и стульчиками для приема пищи. Дети счастливы, довольны. Всем все нравится. Готовится обед. Сейчас покушаем. И начинается у нас настоящая речная практика на большой воде. Наши буксирчики готовы, заряжены, заправлены. Нас ждут настоящие приключения. Все голодные, все ждут еды. Сейчас будем кушать. На обед? Чуть-чуть укачиваю. На обед что? Суп? Шурпа. Ура, еда. Но в такой же палатке мальчики. Вот кто-то уже сел в шезлонг и кайфует. Прикольно спать под дождя. Соль сейчас если. Долгожданный обед. Горячий суп. Все самое свежее, все самое вкусное. Вы берете его, распутываете от веревки и бросаете за борт. Он ложится на дно. И лежит на дне. Готовимся отправиться в плавание. Все, можно залезать. Офигенно. Держись. Давай. Овы? Гэнстеры, что мы хотим постреляться с нормальными мужиками? Мне очень понравилось, тут очень красивые виды. Да. Очень прикольно, мне очень понравилось. И водитель. Да, красивый, да. Красивый очень пейзаж, очень красивое место. Все,
Все, как ваше впечатление? Очень шикарно, мне все понравилось. Чуть-чуть, да? Ну, есть такое. Нервничали. Почувствовали себя настоящими капитанами? Да, безусловно. Мы попали между двух лодок на одну большую волну, да, и прям по на гребне волны шли. Да, в том-то и дело.